Не успевают покупать новые вещи своим растущим детям родители региона. Еще вчера эти кроссовки были впору, а сегодня уже маленькие. Но оказывается, что одежду, коляски и другие детские товары некоторые не продают, а дарят. Подробности в следующем материале. Для Анины Муфтахутдиновой этот день удался вдвойне. Во-первых, в Иркутск наконец-то пришло лето и можно погулять с детьми. Ну а во-вторых, именно сегодня девушке удалось решить проблему, с которой знакомы многие молодые семьи. Мы с ребенком спим вместе, и он упал недавно. Я начала искать кроватку, и одна девушка просто откликнулась, привезла нам кровать и безвозмездно. Игрушки, кроватки, как и одежду, из которой так быстро вырастают дети, многие родители готовы отдать безвозмездно. Но не всегда знают, кому именно нужна такая помощь. Решить эту проблему поможет акция «Доброе дело». Ее в регионе организовала молодая гвардия. Принять участие может каждый. Нужно принести ненужные детские вещи, конечно, в хорошем состоянии и чистые, в специально организованные приемные пункты. Мы все понимаем, что рождение ребенка – это очень затратное дело. Иркутское региональное отделение молодой гвардии открывает сбор помощи малышам в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске и Бодайбо. У нас много многодетных и активных семей и детей, которым помощь любая, которая сегодня будет сделана, она важна. Вот само внимание, само участие. И я считаю, что это вот очень хороший проект. Списки нуждающихся семей уже подготовили в соцзащите. Акция «Доброе дело» продлится до 8 июля. А все ее подробности можно найти в соцсетях по хэштегу «Есть решение помочь детям». Евгений Шой, Владимир Пинаев. Новости по будням.